Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции и урока следующая. Человек психически эмоционален. Заметьте, мы не сказали, что он агрессивно психически эмоционален или не агрессивный, но он эмоционален. Эмоции прут с него. И этими эмоциями человек может даже, скажем так, покорять общество, приближать к себе противоположный пол, пользоваться этими эмоциями. Но в конце концов, вы знаете, через время этот человек понимает, что да, у меня есть эти эмоции. Они хороши, они мне дали развитие, но я одинок в этих эмоциях. Нету такого рядом человека, который бы также что мог поделиться такими эмоциями. И человек от этих развитых эмоций, психических эмоций, слово психика, слово развитие, начинает потихонечку страдать, начинает потихонечку входить в себя и унывать. Давайте возьмем простой пример, жизнь многих актеров. Многие актеры состоялись где? На экране. Или на в театре. Они живут театром. Они не живут повседневной жизнью. Они не живут, скажем так, огромной семейной жизнью. Они живут театром. Как они говорят, вся жизнь... Вся наша жизнь – это театр. Это сцена, на которой мы все играем. И вот насколько у человека есть проявление психических эмоций, вот настолько человек, скажем так, вот, он счастлив и несчастлив. Почему? Потому что если он выдает, то есть если человек, у человека выходят психические эмоции, психоэмоциональные, то есть психические эмоции, это хорошо. А если у человека живут психические эмоции и не могут выйти, и он страдает от этого, то точка S5 Тунли вам в помощь. Проникните вовнутрь, заберите, так, вытащите эти эмоции, которые давят не только на психику, но и всю на вашу жизнь. И вы что? Сможете, ну так скажем, прямо откровенно лишиться многих-многих заболеваний, ну и спасти даже не только себя, но весь свой окружающий мир. Но здесь следует понимать, что нужно работать с точками акупунктуры, нужно работать с собой и нужно работать своим сердцем. И тогда вы сможете укротить свои, скажем так, психические эмоции, которые живут внутри вас и которые не дают вам спокойствия. Лучше, мой вам совет, пусть эти эмоции выходят с вас. Эмоционально иногда себя проявляйте. Это будет в помощь вам. Но если вы не хотите этого, боитесь, стесняетесь, замкнутый человек, то точка S5 Тунли вам в помощь. Спасибо за внимание.